Ну, да, школьники. Куда они идут? Это школьники. А? Школьники. Ну и все. Оно надо ликвидировать. Сколько раз про них писали? Женщина! У вас вот, хотим спросить, у вас в квартире как? Тепло или холодно? Как на улице, так и у нас. Как на улице, так у вас? Да. Я хотел вот что спросить. А вы за то, чтобы вот, например, во время холодных таких дней у нас в домах включали бы отопление? Я не грамотный, мне все равно. Вот эту лужу какой год обходят стороной граждане? Вот по этой грязи, вот по этой вот грязи топчутся люди. Сейчас прошли школьники, и еще большинство людей ходят по этой грязи. Вот через эту лужу обходя. Вот это вот можно себе представить нашей власти, чтобы они тут через эту лужу прыгали и вот по такой грязи ходили? Нету, да? Значит, у всех машины, если у кого, кто бесхозный без машины, значит, проходит вот эту вот грязь, вот эту вот лужу. Все обходят. Я что хочу сказать, обратите внимание, власти Дзержинска, на такое происходящее грязное отношение к городу. Кругом существенный бардак, грязь, лужи. Вот человек сейчас будет обходить эту лужу, собственно говоря. Мое внимание никто до сих пор не обращал внимания вообще. Теперь пускай задумаются об этом месте, и не только об этом месте. В районе церкви такая же лужа находится, также люди перешагивают и топчутся. Это отвратительно, господа. Так нельзя. Мы так можем докатиться, это везде. Вообще сущная грязь будет, одни лужи кругом. Возьми в поликлинике, второй, такая же ситуация. И тем далее. Да. Вот это вот грязь. Это хорошо или плохо? Не то, что для безобразия, вообще безобразие все дороги. Невыносимо. Не перейти, ни тут не перейдешь, ни там не перейдешь. Пожилой человек идет еле-еле. Я пытаюсь довести своим репортажем у наших властей, когда это безобразие кончится. Да никогда не кончится, сынок. Это вообще безобразие. А вот тогда вот давайте вас спросим такое дело. Вот сейчас вот холодная стоит погода. Да. Она стоит не по летнему, а стоит по осеннему. Вот. Полтора месяца уже стоит такая погода. Я хочу сказать, вот отключили у нас тепло еще где-то в конце апреля. В апреле. Вот. Я хочу сказать, если вы так настроены на такие позитивы, то что, допустим, вот на летний период, когда холодно очень, это, надо включать отопление, включить, правильно? Надо. Квартир-то независим народный репортаж, понимаете? Вы не бойтесь. Нет. Просто-напросто, понимаете, какой-то человек должен высказать свой позитив городу и ко всему прочему. Ну, потому что, скажем, народных идей. Народных идей, патриотических идей города. Вот в чем дело. И мы снимаем такие недостатки нашей власти в городе, то, что где-то было безобразно. Где-то из хорошей стороны тоже отмечаем. Вот. Но в основном вот в данный момент. В основном плохо. В основном плохо. Я хочу сказать, и вот смотрите, вот в квартирах у людей холодно. Да. Холодно. Все как бы, например, возмущаются вот между собой, ой, холодно, ой, холодно. А нет бы возмущения, отнесли бы к власти, например, вы все бы написали бы, например, то, что действительно, когда холодно, надо включать отопление. Вот, потому что у всех дети. Дети, старики. Да, старики, старые. У всех почти, буквально. А у меня вот сейчас канализация рухнула. Дома. Так. Я отзвонила. Звоню, значит, жил сервис. Я ежемесячно плачу, у меня никакой задолженности, ничего нет. Я позвонила в жил сервис. Я говорю, ребята, меня с 5-го этажа, я говорю, говном сейчас заляпаю. Я говорю, это самое, что мне делать? А он мне ответил, мастер, вот у меня материал будет, когда я приду, вроде сделать. Я заплакала сегодня утром и пошла. Что мне делать вот теперь? Что делать? Да. Погодите,
Это все управляющие компании у нас есть. У нас ЖКО. Да, управляющие компании. Да. Вот, вам надо в первую очередь туда это самое заявление. Заявление подано, все написано, и все сообщено, это там сказали, вот мне ответ дали. Как материал будет, так придем заменим. Вот ждите. Месяц пройдет, два ли пройдет. Через неделю их придут. А труба какая у вас, чугунная или пластиковая? Чугунная. А, чугунная, я так и понял. Чугунная. Вам уже давно надо поставить уже пластиковую вообще, когда я это как бы, трубу-то. А организации не меняют, у нас колонны меняют бесплатно. Так. Вот. Ну, это понятно, потому что за все эти услуги платим какие-то деньги, это я же знаю. Все до единого, все уплачено до единого. Вот потому что так... вот сейчас, вот мы знаем, вот, например, взять нашу вот семью, мы платим какие-то 2000 за вот эти вот все какие-то услуги. То, что вот, например, ремонтные работы в доме производятся, какие-то такие общественные. Вот. А канализация – это общественное пользование. Конечно. Вот. Также они должны менять вам бесплатно, действительно. Это надо, вот, это надо вот вообще уже сигнал подавать в нашу власть, вот действительно, в Дзержинскую. Я сегодня с мастером разговаривала, я говорю, такой у меня хорошо, он мне сказал, как материал можно поступить. Но он все-таки не отказал, нет, да? Нет, но когда поступит, и чинистки. А когда поступит, вот, да, понятно. Извините меня, я... Ну ладно, всего хорошего вам. Как вас спасибо. Зоя Михайловна, всего хорошего вам. Спасибо. Ладно, здоровья. Не хворайте вам здоровья. Спасибо.